вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю. Хорошая вакцина. Я уже много раз об этом говорил. И безопасная, и эффективная, и действующая. 95 с лишним процентов, там по 96-97 уже, говорят специалисты, защита, уровень защиты. И ни одного серьезного случая нет побочных явлений. Можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно. И отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения.